еще заеду пару мест. Навес можно покопаться, кому что интересно. Текстиль. Я не люблю копаться, я копаться не люблю. Чисто ради интереса какие-то интересные штучки попадаются. Вот разобранные вещи. Конечно, я понимаю, что некоторые, кто смотрит, не очень довольны, что я трушу. Ну, может, у меня руки трясутся. Может, я трясусь. Это ж такой момент, понимаете? Рассуждать легче всего. Обычно рассуждают, особенно гадости пишут. У кого совершенно пустые каналы, те, кто ничего не показывает, но при этом любит учить. Вот симпатичный шарфик, я их не ношу, но посмотреть люблю. Красивый цвет, платочек. Сейчас я его посмотрю поближе, люблю платочки. Так вот, а сейчас самое главное — удержаться и не купить какую-нибудь ерунду только потому, что скидка дешевая или, ну, может быть, цвет красивый. Вот пока шла, еще увидела Хуман. Сейчас сюда зайду, посмотрим. Ух ты, какие красоты. Надо шторы какие. А, ну да. Шторы. Показываю все сама. Самое интересное показываю. Мне интересно. Перелистываю. 410, 90%. Красивая. Красивая какая. О, штучка красивая. Вышивка какая, 530, красивая, 600. Продолжаю съездить домой, а я, наверное, еще заеду в одно место. Пока.
50% скидка. Я зайду посмотрю. Ну, если получится. В такой момент я заехала далеко. Поэтому хочу отсюда выйти. Выехать. А ехать минут мне 40. На маршрутке. Идеально бы мне 37-й подошел. Сейчас посмотрю, где он стоит. Ладно, поеду. Так, сейчас я по-быстрому гляну, Добралась я до дома. Значит, сегодня я гуляла и решила заехать еще в секонд, в котором была вчера, присмотрела ткань, но она даже в кадр не попала. И 30% скидка была, но я думала, что кусок один 140, а оказалось, что там два куска по 140, а свернуты были как один. И я решила, что ну не буду брать 30% скидка. Думаю, ладно, 280 не буду. Довисит. Вот это один кусок, поверну вот так, это вот один кусок, значит, я уже дома пришла, померила, 1,40 м ширина и 1 м длина. И, ой, и такой же второй кусок. Там идет небольшой, вот, небольшие дефекты идут по одной части, по краю одной части и второй, как бы сказать. Вот такие, как бы, не прокрасы, ну, то, что я из них сделаю, я думаю, особо не повлияет, поэтому мне все равно. Но сегодня был прекрасный бонус. Сегодня была скидка 50%. И, в общем-то, я за 140 таки забрала эти два куска. И еще в довесок купила на вес вот такой шарф. Я хочу себе сделать безрукавку. Там в стиле, как сказать, пэтчворк, сэндвич, ну, в общем, кто разбирается. И я хочу собрать себе, ну, вот именно из такого, как бы из платочных мотивов, как бы это правильно сказать. Вот я купила за 8 рублей этот шарф, это было на развес. Господи, хочу край найти. А, ну да, он сшит, в общем, ну, это шарф, кашне, шарф, я не знаю, как называется. Прошу прощения, вот такой шикарный. Ну, надо еще к нему парочку такого плана платков или чего-то подобрать. Но у меня есть и свои куски. Из своих я резала из маминых, там, из бабушкиных. И когда я была на барахолке сегодня, ну, это будет отдельно видео, наверное, про барахолку. Ну, или не отдельно. Покажу. Я у одной бабушки купила, видимо, обрезки. Может быть, шили когда-то что-то. Два вот таких куска кружева. Мне как раз такой цвет и был нужен. Красота. И вот я вчерашний ланчмат уже, видите, как приспособила. Постирала, погладила. Ткань там очень хорошая. И мне он очень хорошо вписался. Так, это я забираю в стирку. Сейчас я все это простерну. И вот это вышивки мои. Это я вышивала машинная. Машинная вышивка. И делала декупаж коробочки. И рисунок вышивки один в один. Как рисунок на коробке. Салфетка была. Что это такое? Отсвечивает что-то. Думала, царапина нет. Ну вот мой сегодняшний такой прогулка, улов. Посмотрю кусочки видео, попробую их собрать. Может быть, что-то доложу с озвучкой. Потому как, ну, не получается у меня и озвучивать. И на меня и так люди смотрят с удивлением, шарахаются. Кто-то замечает, начинает комментировать. Поэтому я понимаю критиков, которые критикуют, грубиянов. Честно говорю, я не буду удалять ваши гадкие сообщения, я буду на них парировать. И можете потом пыжиться, покуда не лопнете. На нормальные замечания я нормально отвечаю. Потому как, ну, я понимаю, где-то трясется, может быть, что-то. Ну, не так просто ходить, смотреть под ноги, смотреть, чтобы мобильный снимал четко товар, не трясся. И еще пытаться что-то сказать, и чтобы это было слышно в камеру. У меня пока не получается. Поэтому заранее прошу прощения. Всем пока. Пойду стирать свой улов и буду отдыхать. До свидания.